шар сам по себе лететь так быстро. С такой скоростью. Нет, ну ветра-то нету такого. Если ты его подожжешь, а как он может, типа, подожжён и упасть куда, что ли? А почему он в небе пропадает? Тихо, вот, смотри, вот он, видно его. Ну не летит так шар, когда какому надо быть шар? И все оттуда, и туда. Что? Смотри, сейчас он будет ближе. Приблизить можешь? Я приблизила. Да он близко сейчас будет. Страшно даже. Ты вообще-то сейчас на Ютубе выставил? На Ютубе можем поставить. О, видишь, как он приближается? О, да. А какая форма у него? А ты максимально приблизила, да? Да. Видишь? А, отодвинь-ка. Нифига ты двигаешь. Чтобы было видно, что мы снимаем чтобы над крышей, что мы не фальсификацию делаем. Все кидал. Смотри, смотри. И оранжевого цвета. Батарейка сейчас сядет. Он прыгает, да? Он нифига не прыгает, потому что... Сейчас батарейка просто сядет. Смотри, смотри, как он летит, да? Умигает. Скоростью. Посмотри, вот, видишь, вот. Он приближенный. Да это к самолету или? Смотри, какая форма у него, перпендикулярная, как у летающей тарелки. Где он? Сандра потеряла. Да, вижу я. Потеряла, блин. Вот он. Приближай. Смотрите, блин. Квадрат? Да, такой. Обалдеть, вот это вот когда-то. Посмотри, какой коробка. Смотри. Меняет форму. Не меняет. Какой он, посмотри, туда-сюда. Видишь, как... то с этого, то с того края он такой становится этим треугольником, блин. Посмотрите. Ну что это? Нормально. Сандра, ставим на YouTube. Хорошо. Давайте новости посмотрим уже. Новости. Ну что это такое? Делфиловое. А что это? Это было в Марухе.